Всем добрый день! Мы ездили в Белогорский монастырь и по пути решили заехать в город Кунгур. Посмотрите, даже отсюда уже видать церковь, храм. Такая красота издалека. Уже побыстрее хочется проехать в сам город. Ну а вы присоединяйтесь к нам. Кунгур находится в Пермском крае. Кстати, красивый такой город. Много церквей и храмов. Издалека прямо видно. Бутылки со святой водой туда-сюда ездят в багажнике. Слушай, а тут вот забором, там, видимо, реконструкция, да, какого-то идет это то ли монастырь, то ли церковь. Вот за этим забором. Видели, да, купола-то? Опа! Вот она. Такой забор. Все шикарно. Как красиво. Свято-Никольский храм. Свято-Никольский храм. Находится Кунгур, Пермский край. Ой, будь здоров.
сейчас немножечко это засниму кунгур. У меня так город понравился очень. Чем? Ну красивый сам по себе, чем? Старый. Городской... Церквей много. Кунгурский городской парк есть. Ну как-то здесь все уютненько, так прямо компактненько. Лучше в парк надо идти. Парк рядышком, да, есть Кунгурский городской парк есть недалеко. Ну мимо есть, его будем. Мы мимо его будем сейчас, да, проезжать. Город-то он, может быть, по численности-то и меньше, чем наш, но сам по себе, что здесь все это сохранилось. Это вся старина. Вот туда нам вправо надо. Да ладно. Угу. Вот парк. Городской. Вау. Ну. Гостиный малый двор. Прямо перед нами. Потом пройдем сюда. Надо привязать, походу, бумагу, бутылки. Кунгурская, да. Городская дума. Вот это вот. О, какая красотища. Крутой газон. Угу. Попали как раз под колокольный звон. Храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Покровский пассаж. Так, вот здесь прямо есть с храмом вот такая карта. Вот мы сейчас находимся вот здесь. И что здесь рядышком есть? Лицей у них здесь. Кто? Лицей один. Один лицей? Нет, почему? Не один, единственный. Вот тут, а тут осторожнее. Залила нас туда.
гостиный двор у них. Чего? Есть малый гостиный двор еще. Так вот, я не знаю, который этот. А может, здесь вот подняться можем? Нет? Вот эти. А. Может, здесь остановимся? Да. А вот через мост, который мы въезжали сюда, да? Вот прямо мост. Что в Кунгуре можно посмотреть? Китарский корпус. Особняк Хлебниковых. Сибирский тракт. Ну а сейчас мы с вами... У нас перед вами с вами идет пуп земли. Вот такая вот ротонда, и внутри такой вот шар. Называется пуп земли. Смотровая площадка сделана. Хорошая, с ограждениями. Это вот в город въезжать по этому мосту. Да, вон церковь. С правой стороны. Ой, какая здесь красотища. Перед нами с вами китарский корпус. Объект культурного наследия регионального значения. Так, пуп земли. И вот тут написано, сколько... Отсюда километров до Чикаго, до Нью-Йорка и так далее, до Сочи, до Ташкента, Сидней, Пекин, Токио, Пермь. До Перми 80 километров, до Москвы 1650. Прямо рядышком с пуп земли есть вот такой арт-объект Кунгур и сердечко. Можно сделать фото на память. Что мы сейчас и сделаем. Очень красиво украшен мир цветов. Вот даже осенью здесь такая красота летом, да? Ой, кочечки. Пизда придет в Одесску. Иди на меня. Сейчас вот тому, да, съесть? Вот тому. Мост шикарный. А вот там вправо была дорога. Не к ней, вот там, нет. Ну, может, друг против на друга, только через речку.
церковь Преображения Господня. Смотри, туалеты мужской, женский. Какая красота! Так люблю вот всякие церкви. Хорошо, что это все сохраняется. Цветочки садят вдоль. Вон прямо напротив видно дату. Слушай, а там внутри свет горит, значит, она тоже рабочая. Я думала, дверь закрыта, не рабочая. Можно зайти вовнутрь посмотреть. Решетки такие на окнах. Люди живут рядышком. Красота такая. Свято-Преображенский храм. Вот главный вход. Зашли в церковь. Красиво все внутри. Да, коттеджи здесь, конечно, это хорошие. Ничего не скажу. Богатые. Город старинный. Церковный. Святой. Ой. Святой. Ну то, что церквей много. Ты говоришь, что он святой. Святой. На Почему город стоит на святом месте? Потому что много церквей, храмов. Здорово. Мне вот очень понравился. Мы сейчас опять будем проезжать. Мы будем через мост проезжать. Ты что, впереди что, не видишь, что ли? Нет, но есть въезд, есть выезд. Мы въезжали и выезжали. Не знаю. Мы не выезжали часто. А, здесь два моста. По одному въехали, в другому выехали на другую улицу. Понятно. Я думала, один мост, и тут два. Ну, красиво, конечно.
красотища, город сказка. Да, сюда бы приехать на 2-3 дня. Но в Кунгурскую пещеру здесь рано. Вот январь, февраль, март, самое то, когда сталактиты начинают таять. Ой, там вообще красиво. Значит, надо будет приехать сюда еще раз. Мне сюда не с автовокзала ходит, а с южной автостанции ходит. Но все равно есть автобус в Перми сюда. Есть, да. Люди же ездят сюда. Не у всех машины. Будь здорова. Ой, будь здорова, о чем подумала? То есть сбудется. Валить отсюда надо. Кто сказал? Да мы и так домой уже все направляемся. Интересно, а здесь квартиры дорого стоят? Не смотрел конкурс? Нет, по-моему, нет. То, что далеко от Перми? В принципе, это небольшой город. Но здесь от Перми недалеко. Сколько здесь километров-то? 85. 85 километров от Перми? Ну, грубо час езды.